пока что это чушь. На крышу, на крышу. Бац, вон уже крыша. Можно себя почувствовать руфером, заплатив 90 крон, попасть на смотровую, на крышу. В общем, на самую высоту забраться у вас не удастся. Единственное, что вы можете увидеть, это балки деревянные. Экскурсоводы, подумайте о таком туре по крыше. Подняться сюда стоит. При спуске не забываем, что ваш лоб прекрасно встречается с этой плитой. И, в принципе, с последующими плитами тоже может встретиться, поэтому в позе горбуна спускаемся вниз. Еще немаловажный факт, гуляя по Праге, улица, которая идет от Карлова моста и на главную площадь, туристическая, она пропитана такими запахами марихуаны. Первый я распознал их фирменные булочки и какие-то благовония. То есть этот запах специфический на протяжении всего маршрута. Так, сейчас еще будет теряться. Поэтому, гуляя здесь во второй, в третий раз, ты просто сразу же эмоционально погружаешься в какие-то приятные моменты. Ну, естественно, эти благовония нужны для того, чтобы ты покупал какие-то безделушки в этих магазинах. Очень много здесь встречаю людей, которые ведут свой бизнес, типа вот таким вот путем. Сидят, просят милостыню, вроде бы нормальные ребята крепкие, которые могут работать. Ну, в принципе, это и есть работа. Самый прикол у меня был, когда я шел в Пражский град, и там тип, короче, что сделал? Он сел, у него была такая пеленочка, я сначала думал, что он с ребенком сидит, а там песик маленький. То есть тип додумался, что можно просить милостыню, чтобы ему ложили, но мужик бородатый сидит, ну типа, кто ему даст денег? И он типа с песиком сидит.